Меня зовут Ирина. Я сегодня вам расскажу про химию. Так скажем, постараюсь привлечь вас, ваш интерес к этой науке, и чтобы вы маленько поняли хотя бы, что есть, какой мир химии. То есть, что есть химия на самом деле, а не то понимание этого слова, которого мы привыкли обычно использовать. Сейчас включу мою презентацию, и мы начнем. Что такое химия в принципе? Что вы можете по этому поводу сказать? В принципе, химия как наука — это одна из отраслей естествознания. Есть огромная наука естествознания, и в ней есть очень много отраслей. И вот химия является одной из них. А на самом деле химия — это наука, которая изучает вещества. Наука, изучающая вещества, а именно изучающая их строение, их свойства и также их взаимные превращения. Вот и моя тема называется «Происхождение жизни» или «Эволюционная химия как начало пути». Да, химики — это тоже ученые, и как-то, скажем, где-то 50-60 лет назад они решили, что мы тоже будем заниматься вопросом, как же появилась на Земле жизнь. И постарались ответить на этот вопрос с точки зрения химии. Но, как у любой науки, у химии тоже есть история. Так, где тут кнопочка? Спасибо. Химия берет свое начало очень с глубокой древности. Так скажем, примерно 3-4 век нашей эры. Изначально эта химия, она была как алхимия. И главной задачей алхимии было получение благородных металлов из неблагородных. Все знают теорию философского камня, и как из свинца и других металлов пытались получить золото. Но это миф, это невозможно, и, скорее всего, сам философ... Философского камня не существует как материального предмета. Скорее всего, философский камень у них рассматривался как некая энергия, радиационная энергия, которая под влиянием как раз этой энергии и свинца можно получить золото, потому что свинец от золота отличается на несколько протонов в ядре. Следующий этап развития химии, ядрохимии, это предшественница медицинской химии. Также она получила свой корень от алхимии. И затем представлены именно те важные даты, которые сформировали химию именно как саму науку, как научную дисциплину. То есть, да, было первое открытие и формулировка того, что такое химический элемент, в принципе, Роберт Бойль и его посредники сделали такие выводы. Открытие закона сохранения массы веществ, он был доказан Лавуазье и Ломоносовым, в том, что масса никуда не девается, она превращается в энергию в химической реакции. Одно переходит из другого без потерь энергии и массы. Теория химического строения Бутлерова. Мы ему очень благодарны за то, что он объяснил, как построены все химические вещества. Фундаментальный периодический закон химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева и его знаменитая таблица элементов, она расширяется. На данный момент, как я знаю, их уже или 119, или 120 элементов были недавно открыты, и один из них назвали Московией, в честь нашей столицы. Вот. И вторая половина 20 века как раз это то время, когда начала развиваться довольно-таки новое направление в химии — это эволюционная химия. В связи с этим выделяют четыре концептуальные системы. То есть и они сложились исторически. Эти, значит, учения о строении — это самое начало. А структурная химия — это то, из чего состоят элементы, как они соединяются между собой и как они расположены в пространстве. Потому что молекула — это, так скажем, трехмерный объект, и он может вращаться в пространстве в разные стороны.
учение о химическом процессе. На этом этапе было открыто то, что не только вещество является объектом химии, но и, в принципе, сам химический процесс и химическое вещество, и структура его является только подсистемой. Подсистемой всей окружающей системы, и что химические превращения происходят только и зависят не только от состава и свойства вещества, но также и от окружающей среды. И четвертая концептуальная система, о которой я сегодня хотела бы поговорить, это эволюционная химия. Что такое эволюционная химия? Эволюционная химия — это... Эволюционная химия — это, так скажем, отрасль науки, которая изучает самовоспроизведение и самозарождение всего живого. Одним из основателей эволюционной химии как науки, как отрасли науки стал Александр Прокофьевич Руденко. Именно он сформулировал основной закон эволюционной химии. Он с некоторыми другими учеными проводил работы, связанные с ферментами. Ферменты — это биологические катализаторы, и именно на фоне ферментов, на фоне изучения ферментов Руденко проводил опыты, чтобы определить ту главную, основную составляющую жизни. И он сделал вывод о том, что чтобы была жизнь, должен быть катализ. Или, точнее, биокатализ, потому что биокатализ, он проходит во всем живом. То есть в нашем организме происходят именно биокаталитические реакции. Биокаталитические реакции — это, так скажем, двигатели жизни. Все слышали как бы такое выражение: движение — это жизнь. Поэтому при постоянном движении химических молекул в организме и происходит жизнь, чтобы происходил постоянный обмен всеми необходимыми веществами и также энергией. Есть еще одна теория, которая поддерживает эволюционную химию, это теория гиперциклов. Теория гиперциклов была предложена Эйденом. Эта теория заключается в том, что... Эта теория заключается в том, что полимерные молекулы объединяются в огромные макромолекулы, и они образуют биологически активные циклы. И у них есть способность самовоспроизводиться и самоулучшаться. Что же такое, в принципе, каким же предметом является предмет, который изучает эволюционная химия? А предметом называется химическая эволюция. Да, эволюционная химия изучает химическую эволюцию или абиогенез, по-другому она называется. Так вот, на самом деле эволюционная химия была заложена еще очень давно, в древности, можно так сказать, еще в 16-17 веках появились первые попытки объяснения того, что есть жизнь с точки зрения химии. Одним из первых тех людей, которые предложили, что жизнь есть катализ, жизнь есть биокатализ, это был Якоб Берцелиус, один из основателей органической химии. Он предложил систематизировать химические вещества по упорядоченности, по сложности. И также его сподвижниками были Либих, Бертлоу и многие другие ученые. Все знают Луи Пастера. Пастеризация молока была и предложена. Его опыт о брожении дрожжей, он также свидетельствовал о том, что брожение происходит при помощи ферментов. Но тогда ферменты считались микроорганизмами, живыми. Это сейчас мы знаем, что это белковые структуры и что это сложные молекулы. Но на тот период времени они считали, что ферменты — это живые организмы. И его теория, которая была предложена, он предложил теорию о том, что ферменты влияют на жизнедеятельность всех организмов, на
при помощи опыта брожения дрожжей. Она также послужила самым началом вообще того становления, что такое есть жизнь с точки зрения химии. Вот. Сейчас непосредственно перейдем к самой химии. Природой заложено, что в жизни человека, чтобы построить, в принципе, белок и все живое, нужно всего 6 элементов. То есть из тех 120 элементов, которые известны, природа взяла только 6, и из них создала все живое. Это водород, углерод, азот, кислород, фосфор и сера. И основное место всем элементам, которые нами известны, природа уделила только углероду. Почему углерод? Углерод вообще сам по себе элемент очень уникален. Он может образовать все типы химических связей, которые знает человек, который их изучил. Он может соединиться с любыми абсолютно элементами, которые в принципе даже сами противоречат друг другу и которые взаимоотталкиваются. И он может удержать их в одном веществе, рядом друг с другом, рядом с собой. Ну, практически 97,4% всех известных веществ на Земле, которые мы знаем, все они практически состоят из углерода, а этих веществ около 8 миллионов. То есть, получается, та немного небольшая доля веществ, которая приходится на остальные элементы, она, конечно, значительно меньше. То есть, в принципе, все живое, все, что окружает нас, все состоит из углерода. В любом веществе, из чего бы это было ни сделано, в любом есть костяк. Углеродный скелет, углерод — это начало всего. А теперь эволюция. Клетка. Как родилась клетка? Эволюционисты предполагают, что примерно 3,5 миллиарда лет до нашей эры зародилась первая живая клетка. Представьте, 3,5 миллиарда лет назад что было на Земле? На Земле не было ничего. На Земле была только вода, была атмосфера, и причем главное условие для зарождения жизни — атмосфера должна быть бескислородной. Вот. И есть теория первобытного бульона, так называемого. Первобытный бульон представлял собой бессолевые водоемы на поверхности Земли, над которым была атмосфера, которая состояла из метана, из аммиака и из водяного пара. И все. Электрические разряды молний. То есть получается, когда молния пронизывала эту смесь газов из трех газов, то образовывались аминокислоты. То есть нам нужны просто три простых вещества, электрический разряд, так скажем, вода без солей, и у нас получается аминокислота. Затем эти аминокислоты из атмосферы попадали в воду, и получается, там происходило их соединение между собой, накопление. В некоторых частях этого первобытного бульона они сталкивались, накапливались друг с другом, образовывались более сложные молекулы, они, так скажем, образовывали полимерные цепи, все усложнялись и усложнялись. Но чтобы происходил такой процесс, нужны ферменты, нужен катализатор, потому что без катализатора это довольно сложный, долгий и практически невозможный процесс. Но в таком бульоне изначально не было таких ферментов, там не было белков, это была пустая земля. Там была пустая горная порода. И такими катализаторами служили металлы или кристаллы. То есть изначально первым катализатором был металл. Да, и мы сейчас знаем, что бывает такое. Примерную картину появления жизни я представила на этом слайде. То есть, в принципе, как из неживого получается живое, низшие живые существа, выше, и мы доходим до уровня организации высокой материи именно человека. В принципе, как я вам уже сказала, сначала получились простые молекулы, они формировались в более сложные молекулы, потом каким-то чудесным образом эти самые сложные молекулы стали самоорганизовывать сами себя, сами развиваться. Затем откуда-то появилась РНК, рибонуклеиновая кислота, которая стала катализировать все эти биохимические процессы.
Затем получилось, что полинуклеотидные цепи стали передавать информацию в белки. Затем появилась уже клетка с мембраной. И самое последнее, появилось ядро. Появилась двухцепочная молекула ДНК. Каким таким образом живая клетка образовалась? Здесь представлено строение животной клетки. Что можно сказать? Вот вы на нее смотрите, и что вы видите? Это просто клетка. Но клетка, как мы утверждаем, это наименьшее и наипростейшее живое существо. На самом деле это не так. Наименьшее — это да. Но насколько вы думаете, насколько она проста? В принципе, вот в моем понимании, если клетку сравнивать с чем-то, то ее можно сравнить скорее с высокоорганизованной, самой сложной химической лабораторией, которую, в принципе, не может воссоздать ни один человек на Земле. Вот, потому что, ну вот посмотрите, клетка. Все вещества, она состоит из белков. Все белки состоят из аминокислот. Их всего 20. Всего 20 аминокислот, которые строят всю жизнь. То есть мы состоим всего из 20 аминокислот, и они соединяются в цепь ДНК, которая может быть в любой последовательности. Но если представить, что средний белок, он содержит 500 звеньев аминокислот, то аминокислот всего 20, то в принципе, сколько можно получить таких белков? Если 20 возвести в степень 500, то это примерно получится 3,3 и 650 нулей за ней. То есть, в принципе, столько белков можно воссоздать. Но какие из этих белков пригодны для появления жизни? Что это? Это рибосома. Так скажем, клетка. Если представить, что клетка — это лаборатория, рибосома — это первый цех. Цех, где производится первичный белок. То есть это настолько маленькая лаборатория, а их около 20 тысяч, возможно, в каждой клетке находятся. Они такие механизмы, которые считывают структуру белка, нанизывают ее на РНК, и когда доходят до определенной команды, ну, например, потому что РНК представляет собой набор букв, и когда рибосома движется по РНК, она доходит до определенной тройки букв, она считывает эту команду и начинает строить белок. Она начинает строить белок, строить его до определенного момента, пока не доходит до определенной команды, и она завершает его строить. Тогда появляется еще одна РНК, транспортная РНК, которая транспортирует белок дальше. А как вы думаете, какой размер у рибосомы? Можете представить, что это всего 20 нанометров. Всего 20 нанометров в размере. И можно сказать, что в разрезе на нее можно поместить всего 30-40 атомов. Но одна рибосома производит несколько белков в секунду. И этих рибосом примерно 20 тысяч в клетке. Можете представить, сколько белка синтезирует рибосома? Одна и вся клетка, в принципе. Следующий кабинет. То есть мы получили первичный белок, переносим его в следующий кабинет в своей лаборатории, комплекс Гольджи. Комплекс Гольджи — это такой комплекс, где доделывается. То есть наш недоделанный белок здесь приобретает свою истинную форму. Здесь, в принципе, может присоединиться еще два органогена, это фосфор или сера. Только из-за этого, например, когда гниет белок, выделяется сероводород, потому что в белке есть сера благодаря этому комплексу. Или отрубаются коксины, которые, в принципе, белку они не нужны. После того, как в комплексе Гольджи его обработали, он выходит с определенной молекулярной биркой, и уже эта бирка говорит о том, что он будет направлен именно туда, для чего он был создан. Но это всего два органелла, два кабинета. Есть также еще кабинет под названием лизосома. Лизосома – это кабинет утилизации. В лизосомах происходит расщепление ненужных органелл. Там разрушаются старые кабинеты, и они
переводятся на переработку и отправляются туда, где они должны создаваться. Есть еще одна органелла – митохондрия. Митохондрия – это, так скажем, это электростанция. У каждой лаборатории есть своя электростанция. Митохондрия – это тот кабинет, где производятся батарейки для работы клетки. То есть здесь производятся молекулы АТФ. АТФ – это то, что дает молекуле энергию. То, что дает клетке энергию. И представьте, у нас были аминокислоты. Это кирпичи. Мы получили клетку. Это девятиэтажное здание. Вот насколько вероятна самоорганизация, самовыпекание самого кирпича, и какое время должно пройти, чтобы само здание построилось само? То есть утверждают, что была самоорганизация. Я закончу, вы, конечно, меня спросите. Вот. Вероятность для самосборки ядра клетки, для самосборки ДНК, в принципе, очень мала. Это единица на 10 и в степени 40 тысяч. А самоорганизация целой клетки в таком случае еще меньше. То есть, в принципе, можно утверждать, что самоорганизация клетки практически нулевая. Ну, а теперь вернемся к нашему первичному бульону. Вот. Те люди, которые владеют маленькой химией, знают, что белки образуются только левосторонние. То есть в живом организме присутствует только левосторонняя серия химия. Есть такой раздел химии, который изучает оптические изомеры. Есть изомеры правосторонние, есть левосторонние. Так вот, все живое построено с помощью левосторонних веществ, левосторонних белков и левосторонних альфа-аминокислот. Ну так вот, на самом деле провели этот опыт, взяли метан, взяли аммиак, взяли воду, сделали электрический разряд и действительно получили альфа-аминокислоты. Их действительно можно получить, и в принципе мы получили жизнь, но не так-то все просто. Потому что помимо того, что образуются левосторонние аминокислоты, образуются и правосторонние аминокислоты. И они образуются 50 на 50. Поэтому нельзя сказать, что можно получить, в принципе, в таком случае можно говорить, что, в принципе, теория первобытного бульона, она идеальна. Но даже если на минуту взять, что образовались только левосторонние аминокислоты, вот допустим, и получается, образовались белки, но из того количества тех 8, там, 3,3 и 650 нулей белков ДНК и генов, в принципе, какие из них действительно правильные? Какие действительно могут дать жизнь? Потому что каждый определенный белок отвечает за определенную, у него есть определенная функция. Есть ферментативные белки, которые просто катализируют. Есть фиброзные белки, как, допустим, коллаген. Он, в принципе, ничего не делает, только поддерживает там упругость кожи. Мы не можем этого знать. Мы не можем получить живой белок. Мы не можем получить живую материю. Мы не можем утверждать, что именно тот белок, который мы получили, он действительно даст жизнь. И вот еще такой момент относительно клетки. Я говорила, что это самая высокоорганизованная лаборатория, но сейчас я вам рассказывала о том, где производится первично белок. Заметили, что рибосома, она всего лишь 20 нанометров в объеме. То есть представьте, что на самом деле белок собирается такими маленькими наноинструментами, так скажем, маленькими ручками. В принципе, что можно сказать, что белок собирается руками. И как вообще, какой ученый может себе позволить собрать белок руками, когда у нас всего лишь есть только колбовая химия? Колбовая или чашка Петри, все, что мы можем себе позволить. На данный момент, конечно, открыто много разных направлений, много разных научных лабораторий создано. Мы можем производить многие исследования под микроскопом, но это все равно не сравнится с тем, что создается в клетке.
И еще такой момент, что ДНК — это код. Мы все закодированы. На каждом участке ДНК есть определенная информация. И эту информацию никак нельзя считать, потому что мы не знаем, на каком именно участке информации написано, сколько у тебя должно быть волос на голове, какого цвета у тебя должны быть глаза. Да, это заложено в ДНК, но где именно, на каком именно участке ДНК это заложено, мы не сможем пока расшифровать. Наверное, наша технология до этого еще пока не дошла, и вот именно эволюционисты, ученые в области эволюционной химии как бы занимаются этими процессами. Недавно была присуждена Нобелевская премия, были раскрыты секреты рибосома, наконец-то. То есть нашего первичного кабинета, где производится белок. Я могу сказать только одно, что наличие в живой материи программы жизни кода указывает на наличие кодировщика. А кто кодировщик этой живой материи, решать уже каждому из вас. Природа это или Бог, или инопланетяне, или еще кто-то, у каждого свое направление. Спасибо за внимание. Вопросы? Ну, если предложить, что есть какой-то кодировщик, то этого кодировщика тоже кто-то должен будет создать. И можно идти так вверх и вверх. В итоге, да, откуда как всегда все пошло. Ну, одна химия на самом деле на этот вопрос не ответит, потому что, чтобы ответить, как появилась жизнь, мне кажется, должны начать вместе работать многие науки. Химия, физика, космохимия. То есть много вероятностей. Даже та же теория Большого Взрыва, которая была как-то предложена Холлсом, в принципе, ее тоже можно рассмотреть с точки зрения химии, но чтобы появился хотя бы какой-то атом, изначально должно было что-то произойти. И что? Это или определенные какие-то условия, или большой взрыв, или какое-то столкновение, или что? Потому что атомы, они самозарождаться не могут. Вот, потому что вся материя появляется из чего-то другого. Поэтому, возможно, и кодировщик тоже был кем-то создан.